Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Во второй раз смотрим на бренд Cerruti 1881. Эта марка предлагает нам яркие модели, красочные, кстати, мы и скелетон видели, и обычный хронограф. Сегодня снова скелетон и снова несколько интересных моментов в дизайне, строении циферблата и не только. Посмотрим на них поближе. Приобрести данную модель вы сможете в официальном магазине luxon.ru, а также в шоуруме в Москве по адресу 3 улица Ямского поля, 28, и в магазинах сети в Санкт-Петербурге и Самаре. Адреса и телефоны вы сможете найти на сайте, ссылку на который оставлю в описании к этому ролику. Плюс по промокоду CHASTER зрителей моего канала будет ждать 10% скидка. Вот такой корпус нас встречает, достаточно интересная форма, расширяющиеся бока. Мы видим, что почти полностью сатинирован он, но все-таки несколько полированных граней есть. Вот они сверху, снизу, ушек как таковых нет. Ремешок интегрируется в корпус, справа головка с брендированием и, кстати, с черным покрытием. И полностью уже в черном покрытии безель. Он угловатый. С полированными гранями. Очень красиво это все выглядит. Даже вот так вживую не сразу поймешь, то ли эта грань прямая, то ли она округлая. Интересный эффект достигается. Ну и декорировано еще сверху все это четырьмя винтами. Стекло плоское, минеральное, но с сапфировым напылением. Это значит, что улучшена защита от появления царапин. Непосредственно уже под стеклом нас ожидает скелетонизированный циферблат и сразу же яркий ободок, на котором расположилась поминутная разметка. Это, конечно же, отсылка на итальянский флаг, зеленый, белый и красный цвета. Да, бренд французский, но корни имеет итальянские, об этом я вам рассказывал в предыдущем обзоре на Cerruti 1881. Стоит заметить, что все это разбавлено еще несколькими интересными элементами. Это и круглые индексы со светонакопителем, естественно, и рядом арабские цифры, причем 4 из них сатинированы и сливаются с механизмом 3, 6, 9, 12, а остальные белым цветом выделены, и они нанесены на внутреннее стекло, где, собственно, и брендирование. Интересное исполнение, тут еще и орел. Тут еще и стрелки достаточно массивные, тоже со светонакопителем, еще и секундная с красным наконечником. Ну и, конечно, сам механизм перед нами предстает, как спереди, так и сзади. Тут еще информация о стекле, а вот непроницаемости, кстати, 5 атмосфер, в них можно даже руки помыть. Ну а что касается механизма, то его выполнила компания PTS, которая специально занимается именно механизмами для часов скелетонов. Характеристики здесь, ну, в принципе, самые обычные для механики. 36 часов запас хода, 21 600 полуколебаний в час. Да, конечно, от механизма мы здесь не ждем каких-то сверхвозможностей. Это обычная механика, которая позволит вам как вручную подзавести, так и подзаводиться будет от движения. Это механика, которая вам покажет точное время. Ну и, конечно же, еще и вдохновит вас своим внешним видом. Все-таки иногда на скелетоны приятно посмотреть, приятно видеть, как работают все детали. Со светонакопителем, как вы видите, полный порядок, что для дизайнерских часов, я скажу, не такая уж и обыденность. Яркий светонакопитель на стрелках и на точках позволяет с легкостью считывать время. А вот так они сидят на запястье. Наверное, слегка габариты мне великоваты, все-таки 54 здесь высота корпуса, 45,5 ширина. Толщина, кстати, 12, ничего никуда не ускакало, часы плоские, не выпирающие. Мне ремешок понравился, он силиконовый, вот с такой ступенчатой структурой, даже некоторой премиальности она придает. Застежка бабочка, толстая достаточно, брендированная. Отверстия позволяют, кстати, надевать часы на запястье от 16,5 до 21,5 сантиметра, то есть рассчитаны все-таки на средние и крупные запястья. Общий вес 80 граммов. И даже несмотря на, казалось бы, яркие цвета на циферблате, часы не выглядят вызывающе. То есть вот эта черная стальная гамма, классическая гамма, она берет свое,
она доминирующая, и поэтому издалека мы видим обычные сдержанные часы, только лишь вблизи, когда мы уже смотрим на модель с небольшого расстояния, мы уже и скелетон видим, и итальянский флаг. А так вот издалека кажется, что можно их даже и со строгой одеждой сочетать с деловым костюмом. Но, конечно же, это в первую очередь фэшн, casual, это каждодневное использование, ну и, естественно, вечерние выходы. И даже несмотря на то, что к дизайнерским брендам отношение среди часовой публики неоднозначное, все равно попадаются действительно классные экземпляры. Ну, понятно, что я выбираю не каждый подряд, а все-таки смотрю, чтобы и дизайн был интересный, и структура циферблата привлекала, ну и само по себе впечатление, чтобы часы вызывали приятное. Здесь это все есть. На самом деле, когда держишь эти часы, понимаешь, что в принципе в них есть твоя изюминка, свой шарм. Конечно же, это оформление именно циферблата, и скелетон здесь, и итальянский флаг. Дизайн корпуса мне понравился. Интересные грани, интересные переходы. Классно и гармонично исполнено. Приобрести эти часы вы сможете, естественно, в магазине luxon.ru. Ну а промокод CHASTER даст вам скидку в 10%, не забывайте это. И если вдруг вам нравятся вот такие часы, которые с одной стороны вызывают, с другой стороны, в принципе, сдержанно себя ведут, то присмотритесь к бренду Cerruti 1881. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте его в комментариях под видео. И если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.